Я приветствую вас, девчата. Привет вашим парням, респект. Меня зовут Виталий, и сегодня я продолжу разговаривать о саморазвитии и предлагаю вам уделить внимание вопросу о независимости, так как тема независимости непосредственно связана с нашей потребностью заняться саморазвитием, как мы говорим. И когда я предложил вам и себе в том числе ответить на вопрос, что такое для меня, для вас независимость, и являетесь ли вы независимой женщиной, самодостаточной женщиной, да? Одна девушка, женщина, отвечая на вопрос о независимости, скажет: да, я независимая женщина, сейчас такое у меня внутреннее ощущение, я материально обеспеченная, скажем так, и мое внутреннее ощущение, что мои интересы учитываются окружающими людьми, обществом, учитывают мои интересы в той или иной степени, но мне это дает полноценную самооценку, и я имею состояние независимости. Другая женщина, другая девушка скажет: я в этот момент себя ощущаю недостаток независимости, то есть у меня какая-то есть зависимость от общества, от окружающих людей, от тех или иных обстоятельств, от самой себя, как говорится, и я зависима, и я хочу заниматься саморазвитием, чтобы иметь большую независимость. Независимость на самом деле имеет два важных фактора: материальная независимость, внешняя в каком-то пространстве, обеспечение материальной независимости для женщины, для девушки. И вторая категория – категория внутренней независимости, когда вы имеете собственный такой, скажем, моральный кодекс, принципы собственные, собственные интересы у вас основаны на каком-то фундаменте, который, безусловно, вы сами выработали в течение своей жизни. Итак, в предыдущем видео я говорил о том, что за наша мотивация для женщин, для девушек, главная мотивация заниматься саморазвитием – это стать «я единственная», «я неповторимая», «я исключительная», «я необычная». Это наш главный женский мотив для саморазвития. Таким образом, ваша единственность и исключительность запускает механизм развития вашей независимости, то есть саморазвития. Развитие независимости. Это важный момент, потому что ваше саморазвитие независимости откроет внутренний ваш потенциал, ваши навыки роста, ваши навыки саморазвития. Вы прямо их увидите, вы почувствуете, как они просятся развиваться. Вас подтянет именно в том направлении, в каком они хотят. Если кто-то хочет идти заниматься йогой, пойдете заниматься йогой. Там пойдете фитнес-клуб, пойдете заниматься еще куда-то. То есть вас прямо подтянет это ваше развитие независимости, ваши навыки, ваши качества, которые хранятся прямо внутри вас, как бутон, цветок, вот этот, понимаете, раскрывается. В этот момент, когда ваша независимость будет вас толкать к саморазвитию, и в том числе тех женщин, которые ощущают себя независимыми материально и морально, скажем так, да, ваша независимость тоже поведет вас по такому же пути. И этот путь вы будете ощущать как ощущение беспокойства, ощущение такого даже страха, скажем, за свое будущее. А тут далее пошла, зачем мне это надо? Я предлагаю вам именно не сильно беспокоиться, понимать, что это процесс нормальный, и я об этом вам сейчас говорю, что у вас это беспокойство, оно есть, когда вы начинаете заниматься саморазвитием. Ваша единственность, ваша неповторимость и ваш путь саморазвития становится исключительным, понимаете, исключительным, неповторимым. И, соответственно, благодаря этому у вас что получается? Вопрос какой самый интересный? Какой самый интересный вопрос? Ваши отношения с вашими людьми, близкими, также получают исключительные черты, понимаете? То есть, когда очень часто в отношениях между мужчиной и женщиной или в семье там возникает такая проблема, когда говорят: наши отношения охладели, мы не интересны друг другу и тому подобное. Это происходит вот в ряду таких женщин, независимых, скажем так. Тогда вы замораживаете состояние этой независимости, понимаете? То есть вы становитесь как бы во власти независимости, во власти ее воли. Поэтому ваши отношения охладевают, а вам их надо развивать. И поэтому вот для вас это непосредственно мотивация, чтобы ваши отношения развивались.
Вам необходимо начать двигаться именно собственным путем в саморазвитии, независимости. И это саморазвитие даст ваши отношения такой прилив, новых ощущений, новых чувств, новых эмоций, понимаете, которые вы, соответственно, передадите своему партнеру, своей семье, своему окружению и тому подобное, что даст, принесет вам новую окраску, новый интерес к жизни и вашим отношениям, и вашим связям с вашими близкими людьми, с вашим партнером по жизни. Я предлагаю не бояться делать это шажок к саморазвитию, признать себя, что да, мои отношения такие-то охладели. Здесь я законсервировалась, скажем так, то есть такая тема, консервативные отношения. Здесь законсервировалась в каких-то традициях, я здесь слишком долго задержалась. Да, необходимо новый глоток воздуха свежего, новый рывок, скажем так, к чему-то свежему. Так это свежее находится внутри вас, оно внутри вас, и ему необходимо дать простор. Для этого мы начинаем делать шаги нашей независимости. То есть признаем, что наша независимость в одном случае она низкая, она недостаточно развита, в другом случае она высокая независимость. Она слишком высоко подняла себя на пьедестал, эта независимость, понимаете? То есть не цель вашего саморазвития, не сама независимость, понимаете? Цель вашего саморазвития, ваша прекрасная жизнь, ваша единственность, ваша исключительность. То есть вы бутон, вы цветок, который благоухает, который несет нектар этому обществу, понимаете? Вы цветы этой жизни и тому подобное. То есть выйти из консервативного состояния, такое демократичное, позитивное, динамичное состояние саморазвития вашей независимости. И для этого мы немножко боимся, немножко испытываем страх. Это никакой проблемы здесь нет абсолютно. Если вы ощущаете беспокойство за свое будущее или ваши отношения с вашим прошлым становятся натянутыми, скажем так, ничего страшного, двигайтесь в этом направлении. Ваша независимость от этого не пострадает. Оно начинает развиваться, и вместе с развитием вашей независимости начнете развиваться вы. Начнут развиваться ваши отношения с вашим окружением, вашей корпоративной структуре, допустим, даже, да? Которые помогут этой структуре, этой семье развиваться и получать новый импульс от вас, от вашего состояния, для собственных успехов в жизни. Это касается мужчин, которые рядом с вами, детей, ваших родственников, ваших партнеров по бизнесу, ваших партнеров по социальным проектам. Обязательно это вам поможет. Итак, друзья, я тут быстренько что-то наговорил. Надеюсь, вам заинтересовал вас вопросом о том, что ваша независимость, безусловно, главный фактор, который будет вас, с одной стороны, сдерживать от саморазвития, когда она сдержит и говорит, нет, ты уже всего достигла, твоя независимость очень великая, тебе не надо дальше двигаться. И когда ваша независимость стоит на таком постаменте, да, она такая сверху стоит, независимость, и вы на нее, так как говорится, молитесь. А в другом случае, когда ваша независимость низкая, и вы говорите, я не хочу никуда стремиться, это очень высоко для меня, я боюсь этого всего, мне этого не достичь, это мечта моя и тому подобное. И я этим не буду, этим саморазвитием заниматься, потому что проблема с независимостью для меня, она актуальна, и когда она, как говорится, проявляется, мне это становится дискомфортно, моя самооценка еще больше падает. Не бойтесь этого ничего, двигайтесь вперед, я вас уверяю, вам это поможет. Поможет развить вашу независимость, развить ваши отношения с вашими близкими людьми, с окружающим, с социальной сферой, обществом и более того, ваше влияние на общество, на семью, на мужчину увеличится, и это будет влияние позитивное, которое будет носить вам необходимые ресурсы. Поэтому, девчата, парни, к вопросу о независимости необходимо относиться серьезно, потому что это всегда категория исключительная, единственная и неповторимая. У каждого человека своя собственная независимость. Поэтому, друзья, всех вам благ, будьте счастливы, подписывайтесь на мой канал, елки-палки, делайте лайки, если нравится, не нравится, тоже делайте лайки. Всем пока, смотрите мои видосы. С вами был я, Виталий, пока.